Состоялась очередная выездная администрация, на этот раз в Гребневе. Жителями обсудили более 25 вопросов. Глава округа Андрей Булгаков вместе с владельцем усадьбы Гребнева Андреем Ковалевым рассказали о благоустройстве набережной вдоль Барских прудов. В прошлом году было сделано уже немало, в этом планируется благоустроить новый участок с пешеходными дорожками, зонами отдыха и смотровыми площадками. Предложение главы организовать экскурсии для участников активного долголетия в усадьбу было встречено на ура. По просьбе одной из жительниц до конца месяца отсыплют участок дороги по переулку Новостройка в селе Трубино. Жители также обратили внимание на недостаточную освещенность остановок в деревне Здехово. Установку двух опор уже включили в программу на этот год. Жительница Богослова попросила отремонтировать сцену в сельском доме культуры. Помимо этого, глава поручил обновить входную группу и крыльцо запасного выхода этого учреждения. Еще одна участница встречи обратилась с просьбой о постройке трибун для зрителей на спортивной базе Литвинова. Работы проведут уже летом. Жительница попросила также привести в порядок асфальт во дворе ее дома. Глава пообещал проработать этот вопрос с управляющей компанией. Такие встречи с жителями продолжатся, они проходят ежемесячно.